сети стали массово распространяться фотографии разрушенных зубцов Московского Кремля, повреждение которых случилось в результате урагана в Москве. Как видно, разрушения достаточно серьезные, а пара зубцов полностью выбита. Ветер просто снес строительные леса, которые были закреплены на стене. А те уже в свою очередь поломали зубцы, которые, как оказалось, не особо-то и крепкие, а больше похожи на бутафорию. Так что теперь Кремль стоит с выбитыми зубами и радует туристов и москвичей. Всем спасибо за просмотр. Если вам было полезно это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк и поделитесь с друзьями.